Вроде сотка. Да, нет, 150. Ну, я, короче, не помню, забил. Да забей уже все. Короче, я Милан еду здесь поставлю от проездов. Окей. До этого еще 20, слышишь? Я сразу второй отряд пехоты беру. А я выпустяйку с пулеметом взял. Я буду все? Угу. Да, вертолет. Тимош на ВДА. Как бы сайку в резерве подержу. Так, ну, у меня есть. Хотя бы танка у них сразу не будет, это уже хорошо. Марксман еще. Рауль, я первый взял будет. А, или по мне это пошло? По мне. У БМП-2 борт, ой, экранчики все-таки танкуют снаряды. А кинетика? Сука, ебаный АМХ, у которого жопа задрата. Блин, БМП-шка жива еще, что ли? С трубой. А, вижу, да. А, тигр и... А, ну тебе ничего не сделаю. Кто лагает? А, у меня нормально, что-то плавно идет. Не, сейчас, кстати, были пролаги. Окей, так он не от меня же. Да, не говорю про тебя, я спрашиваю, просто кто лагает. Ай, блять, плохо. Барбу мы. Это здесь метис был. Руй, БМП-2. Я взорвали быстро. Это они все начальные подохли. Я на танк пока покоплю. Я фланг. Чуть я выиграю. Спрут приехал. Пехоту, кстати, могу выбить. Попробуй занять. Сейчас пехоту. Я его думаю, взять мне танк, не взять. Тебе это курва нужно. Возьму на всякий. Машинка направлю на пол. Кто троянцев? Я не видел даже. Конкурс, наверное, какой-нибудь. Про беспилотник, кстати, не забывайте. А с чего мне ебануло-то? Тур, наверное, какой-нибудь. Обычно я их вижу хотя бы на подлете к машине, там метров за 10. Сейчас не видел. Я танк взял тоже.
Ну, спрут у Тимуша едет. Так, ну от точки захватывать. Точки нашу пользу пошли, тогда на миномет как-то. Наверное, надо спешил. Сначала надо огневое превосходство обеспечить, да. Рауль. Газик поехал направо, слышишь, где? Да, вот. А вы? Что там? Как где? Ему сказать то, что к нему спрут едет? Войнами спрут пикан. Окей, thank you. Ты выбил его, да? Наверно. А, все, выбил. Ленд-лиз подъехал. Танк у Рауля. Что я могу приехать? Рауль, if you need help? Okay. I don't know. А, блядь. Да. Окей. Дымы раскрыты, а... Окей, ладно. У тебя танк, что ли, попал? Да. Так, через у меня как раз пока это закончилось, значит, можно идти танковать. Так, я ММП еще себе взял. Да, я тоже. И надо мной беспилотник. Ох, ебать, выбескивать 2 стоит 170 очков. Где-то вражеский танк. У меня спутник. Дерево. А я сделал вид, что его не вижу. Вот здесь у них танк и у тебя БВМК. Да, у меня вижу. Нет, ну, если бы тяжко надуется. Пойду БМДшку. Вода спели, соси. Димка, танк справа. Сейчас я БМДшку добью. Аккуратнее, он уже близко. Сейчас пускать будет ракету. Ой, я из дымов выехал, похуй. Ну, тебя хотя бы не взорвал. Ракета здесь дымов. И Санчес тоже здесь дымов накидай. На метке, блин. Ты
Я отъеду, потому что мне не выгнал дуэльцы. Никого спайков или МП нету, как я понял, да? У меня еще идут. А вот эти опыты. Да как-то ей рисковать на танк перейти. Еще потом корнет. Вот корнет может со мной пошлить. Ладно, ухожу. Я шилку заказал беспилотник сбивать. Точнее, гепард жил. БВМ-ка здесь. Ну, чего они меня решили атаковать? Роль, can you send this me to me ammo truck? Да, where? Here. A second? Блядь. Это что? Ammo truck, right? Yes, ammo. You can send me right upper angle, but nothing. Так, БВМ-ка минус. Так быстро, что я даже не успел принести. Блять, так. Мне, кстати, нона здесь. Санчес, где твой экзактор? Про беспилотники, ой, про позорканье. Давайте, don't forget about my pants, уйди. Да, я возьму, но правда пока одного. Стоим, чё-то долбит, я Но он три раза сказал, по-моему. Говно ещё подъедет. Тима сейчас просто закидывает количество, у меня сейчас такого количества нету. Пойду шилку на хуй. Шилок у них нету, да? Есть на центре. Ты лучше бы нону взял. Ну, шилку сейчас убиваю, без того, чтобы убивать, ну, пробовать. Убей этот, а я его достану. По шилке оставляешь. Он ко мне подъезжает. Я эвакуируюсь. Давай сексатора угаси. Нет. Вертолет сам. Спутник. О, это минус отлично. Что за вертолет? Боевой? Обычный. Надо тебе вот эту вещь. Дай бог тебе делал. Боюсь, проезд может быть. Thank you. Thank you, Pizza. Окей. Минаки там есть. Да ёб твою ж. Ещё что-то. Найс. Мне как раз сейчас нечего-то было выбивать. Они там в тылу десантируются. Амин. По центре будку. Это опасно и для меня было, потому что я бы трёх поставлю здесь. Ready,
Но ну выбили. Да. Да. Ну, пока здесь дживиды доставляю. Ну, именно проснулся. Где какой? Корнет? Корнет, надо выбить, да? Корнет херня. Русаки. No, 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 keep for your side. Okay. I have a new one. Keep for your side. Я бы была беру. No problem. Так, я слева пытаюсь. Потому что он меня контрит, если тебе не проблема. Потому что мои БМП будут имбиты. Вижу у них супер немного стоит. Ладно, сейчас обожгу своего этого. Сейчас пойдет иду. Я тоже иду. Блять, меня бог. Причем, ну, был у него. А, я понял. Играть так играть. Ладно, пропускаем. Все равно лагает. На меня каша. Новый спрут делал, типа держит в тылу и такой бам. Так, Санчес, справа с БМП 3 поможешь? Блять. Это нету да? Я не на британце, блин. Понял, помогу. Нет, я же сказал, что я в конце. Вот мне бы еще мой минут. У меня одна ракета. А, не, у меня уже когда. Хрена лучше сказать. Так, машину сражения беру. Три здесь танк стоит. Слушай, я могу тебе джавелина вызвать, да, и пробуй контрить. На. Это не мне. И танки на 110 стреляют. Да пофиг, все равно подползти. На, Саня, возьми, мне никак не дают. Окей, окей. Okay, okay. Дают, бери, не дают. Уходи. Так, на чехов вызвать. Пехота маловато. Тут не можешь, наверное, очки сажаю, он там подводит эти свои стрельбы сбивает. Это наши ружья или их? Ну, здесь наш, но чуть подальше их. О, блядь, нихуя там на тебя пошла этот. Сейчас я тебя там попробую законтрить. Пиздец он там, блядь, тактику Барбаросса применил. Пиздец. А, танк минус. БМП, может, надо остановить, да? А, только там. У меня еще самый вперед упал. Блин, даже район этого. Не зря ты Милан поставил. Да у меня тоже Милан поставил. Вовремя, я тебе сегодня подвел. Я тоже подвел, сейчас буду запускать. Кстати, у меня потерь. Давай там на горе у них, пацаны. Что за... Вот он, Минак. Эх, что надо выбить, я сначала свой выбью. Ну, занимайся своим, я выбью. Есть вражеский минак. Можешь просто тыкнуть экзактором туда? В прямом управлении. Там минак? Да. Просто тыкни экзактором сам в прямом управлении. Я шилку не сам, ну просто
выстрели как из танка из него. Меня понял. И не бери его в прямом управлении, пусть он сам туда летит сюда. Он переноводится куда-то. Нет, нормально все. Слушай, он, наверное, не попадет. Попадет, попадет. О! Четко. Нормально, оперативно. Стоит. Стоит под нос. Сейчас я шилку попробую выбить. Вертолет. Нет, не выбил. Десантный. Транспортный. Завис? Для... Да. Подсвет... Сбей я... экзагатора по приколу. А подожди, дай когда попробуем сейчас. Не управляй, пусть он сам туда придется. Если, конечно, ну ладно. Сбил? Да. Красавчик. О, а я законтрил их минак. А мне законтрили мой танк. Так, нам надо три точки забрать. Две. Ну теперь три. Мне пришлось еще один танк. Так, минак выбит, но там шилка есть. Капец у них тут пехота. Надо что-то брать. Я знаю, что я возьму. Зажигалку. А нет, тут босс. Меня опять похоже, что они собираются. Нет, тогда еще один. У меня джевелины там есть с холма с твоего, но блин. Я вижу ноги. Не знаю, я от нее минак съебал. Дельфин просто бортом не дотрался. Не, блядь.
Я думал, это твой кружит. Что-то меня отпизди, где там пытаешься. Смысл? Не бери. А, и зря гепард брал. Выбица и лучше справляется с БПЛА. Можно брать, не брать вверх. Нам надо территорию захватывать. Тогда берут. И скоро очки закончатся, не забывайте. Ну, а, ты их А, нет, стоп, ножи меньше. Уже все, у них кончатся должны. Примерно. Ну-ну, за центром, вот он. Меня КДшит на половину. Не надо, да куда так? По нему попадешь, чтобы будет пиздец. Я ж фугасы. Правда? А пихоть. А, не пугай, ты его просто пугнешь, он уедет, не попал. Так пока его как раз лучше спугнуть. Да не, я его лучше выбил. Вот что делаю. Так, ну ты можешь отбер. Картон, оно все выбивается. Ой, ну, прирост. Прирост, ой. Есть очки, чтобы что? Потому что очки все. Я не понимаю, зачем они пушили так, сливали активно, если использовали них очки. Кто не знает? Знаю, это такая тактика. Я не могу придерживаться. Ну, полтора века ждать, пока он сейчас перезарядится. Дельфин пытается фугасным коррентом сломать. Санчес на тебя едет, но... А, красавчик. А Шилка у них жопой была повернута к замкеру, да? Шилка тоже нахуй. Шилка как-то... Она видела или стрела, или... Нет, она смотрела на норму. Так что, я думаю, она просто не видела ракету. Ну, я... Ничего не менял, там всегда так. Это, блядь, обычный такой прикол просто. Это вторая нона? Это да. Ох, интересно, получится две БМПшки? Интересно, а чё не ебовый БМП-триггер? Дорогу брал, дорого подходит. Да не очень-то, ну не слишком дорого для эффективности её. Бомбу вторую я взорвал. Сука. Корнетом. А. Окей. А я по нему попал, а я по нему не попал.
гадит к это. Блять, он застрял, и я, сука. Сука! Не успел, поздно. Чего там происходит? Ну ладно, Корнет выйдет. Сейчас меня въебут, походу, там. Быстрее чини гусю, ёбаный стыд. Дыму закончилось. Блядь, не везет, он не попадает. В принципе, сейчас у меня танк остался живой. А у них особо ничего нет. Можно покататься быстрее. Я могу мстар взять. Зачем? Последние очки? Нам как бы играть надо, точки не в нашу пользу. Да блин. Не, ему МП хуйней страдает. Есть у кого-нибудь свободный клон? У меня есть. Можешь мне тратить воду купить? И пойду точки отжимать. Все, подожди, я минак пытаюсь выбрать. Сука, да почему он так кривой молится? Да, блядь, так. У меня таймер там. Пойду пробую шилку. Через 15 секунд могу взять. Давайте беспилотник подарю, что ли? Да, у меня есть. Да, есть теперь. Машинку на место зачем надо напряжение поставить. Блин, у меня из противотанкового гепард есть. О, сейчас прям шилку прийти. Ну ничего, у Рауля есть этот радарчик. Санчес, как у тебя Милан украли? Уху, Т-15, блять, у нас. Давайте я в ОБЦ перевожу. What is me, sorry? Так. Т-15. Лада? Т-15. Т-15. О, блядь. I go to hell. Я, конечно, могу взять танк, но он против него почти бесполезен. Я уже еду. У меня бронегруппа едет. Что там справа по вражеским турам? Я хуй знает, это крылый. Я тут пытаюсь все с Хербитом воевать. О, хорошо. Это твой так быстро прилетел, оказывается. Блять, ну тут запас, блядь. Санч, у тебя очки есть? 40. Пью. Жду вторую партию. Таймтракт. Угу. Ну пиздец, у меня снайпера тут. А, мессил месс.
на ходу. Блять, пиздец. Санчес, ну не надо такого допускать. Людин, это работа. Я просто сейчас направо помогаю, поэтому. Ну, у меня тут есть средства, если что, не проедет. Трай тракт. Ну, сори. Окей. Он по тебе пустил дымить, махнулся. А, он задымился. Все, у него атаки кончились, можно на кофе прорваться. Да, только у него не забывай пушка на 140. Блин, надо было убить этот. Че, мне танк починится? Трай то килл ама ор Т-15. Он ничего себе. Это я пускаю. Я не могу стрелять, какого фига? БК я ей взорвал, но она чинится. Я по газику пустил. Да, есть. Я могу. Все, это последняя ракета была. Надо добивать его, но почему нет? 15-й еду добивать. А куда его корнеты попадали, я не заметил. Какие корнеты? Вот эти. А, в дерево они. Один в танк он тебе пустил, я не знаю что. И один в дерево вроде прилетел. Так, я сначала газик добью, пожалуйста. Нас долго еще будет делать. Do you have for? ATGM right now is broke. BMP 2 слева. Oh, what do you mean I have? I need ammo. Oh yeah, there. Just there. It's pretty empty, I think. It only one here. Все, готов для 15. А, нет, еще не готов. Блин, не хочу лезть нахер, ну этот. Не, слушай, у меня ему пешка окупилась. У меня ликвидер окупился. Это хорошо. Потому что у меня нет. Он чисто был выбран, чтобы сдохнуть. Так, метис. Чекаем. Что-то у Хербита херово с патурами. Чего? Он сейчас тупо прямо летел, но он через здание, правда, стрелял. Через здание, скорее всего, за это. Ну, вот это сетку. Пиздец, а ты чехи дохнут. Да, он что-то не наводится. А Т-15 не могу убить. Ребят, есть что-нибудь, какие-нибудь пулеметы, что-то на бег печенегов? Чеху не сложно отбивать. Качап! Not dead. Ребят, есть что-то? Пулеметы чё? Какие-нибудь, что чехи дохнут. Как... У кого минак стоит, Сань? Сейчас, я помогу. Задействуй его чуть вот сюда. Сейчас. Ну ты видишь, короче. Т-15 дает. Finally. У меня сейчас просто 24 очка и... Я еду на самом деле.
Санч, я тебе просто БМПшку передам, что ты это. Ну, хотя бы пулемет. Метис, дымись. Нихуя ему похуй был, он такой, потому что я ему не попадаю. Да, мы перед ним сильно. Значит, нафига ты мне колесо ломаешь? Да, это не он. РПГшник. Так, ну теперь я могу взять Warrior спил. Если кому надо, газовик снабжения тут. Окей, как раз когда ликвернуться. У меня три ракеты на экзакторе, последние, кстати. У меня снабжение где-то было. Под его уже. Димаш меня тут штурмовать пытается. А нет, есть снабжение. Но тебе сейчас экзактор субонижен. Разве что брызги снабжения пробуют делать. Что, надо выбить? Ну желательно, чтобы лишнего в них не копилось. Прям на метке можешь просто пустить как-то танковый снаряд. Так, Санчес, я тебе обычных чехов дам. У меня сейчас чтобы чисто... будет через 5 очков. Ну у тебя просто сейчас пустой фланг, я тебе дам, чтобы это не заползал тот же тим. Не знаю, я чехов на варьере возьму, на грузовике. Это на грузовике. Ну все. Будем еще до КГ. Все, КГ что ли у вас? Бля, Дима, вот реально, иди в самое дальнее, блядь, темное место, которое существует, блядь, на земле. Чего? С этим балансом, блядь, с этим говном, блядь, я больше никогда играть не буду, блядь, в этот режим. Что такое? И молчание, и тишина. Ты что такое-то, блядь? Я просто выразил свое мнение, так что... Не ждите от меня. Это понятно. Объясни, почему. What happened? I don't know. А Тима шел же, что ли?